Друзья, всем привет! На связи с вами Андрей Орлов. В этом видео я хочу вам рассказать о том, как стать суперзвездой в Инстаграме, набрать миллионы подписчиков и заработать очень приличные деньги в Инстаграме. Инстаграм сегодня это очень живая тема, и поэтому я думаю, что это видео будет интересно абсолютно всем. Для начала давайте познакомимся с теми, кто меня не знает. Меня зовут Андрей Орлов. Я блогер, путешественник, 6 лет в интернет-бизнесе, занимался различными направлениями, партнерскими программами, криптовалютой, сетевым маркетингом, то есть очень много всего. Выходил на максимальный чек заработка 30 тысяч долларов в месяц. По совместительству являюсь трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, спортсменом. В общем, человеком, который достаточно много в своей жизни добился. И сегодня я вам хочу рассказать об одной очень крутой возможности, о платформе Instime. Instime – это первая в мире платформа органического продвижения аккаунта в Инстаграме. И сегодня мы с вами об этом поговорим, почему это очень важно. Инстаграм сегодня – это огромная площадка, которая набирает все большую и большую популярность, и по сути она находится на стадии зарождения, и уже понятно, что платформа Instagram будет гораздо более эффективнее, чем такие платформы, как ВКонтакте, чем такие платформы, как Facebook и так далее. Уже сейчас более миллиарда активных пользователей. Каждый день более 500 миллионов человек выкладывают свои сторис, фотографии и так далее. Да? То есть это очень живая аудитория. И мы с вами понимаем, что Инстаграм был придуман как платформа для создателей, это бизнес. Это для нас с вами общение, да, создатели рассматривали это как бизнес. И почему бы нам не использовать Инстаграм как бизнес? Почему бы нам не просто сидеть, лайкать, комментировать своих друзей и общаться, а использовать это для заработка? Оценка ресурса в том, что вовлеченность пользователей Instagram в 7 раз выше, чем у Facebook. То есть здесь активная аудитория, которая откликается, здесь очень хорошо продаются товары, и при этом реклама в этой социальной сети она дешевле, чем в других ресурсах. Но при этом существуют такие суперзвезды, селебрити, как Криштиану Роналду, Бейонсе, Ким Кардашьян, у которых один пост рекламный, рекламная интеграция в Инстаграме стоит больше полумиллиона долларов, да? В Инстаграме есть несколько способов заработка. Это продажа рекламных публикаций, продажа своих товаров и услуг, если вы, допустим, занимаетесь, если вы фотограф, предприниматель, который продает там одежду, обувь, какие-то запчасти, косметику. Вы видите, что в Инстаграме сейчас массу интернет-магазинов, и они на этом зарабатывают, продвигают свои товары через Инстаграм. Реклама партнерских программ, да, то есть очень много людей продают различные партнерские программы, сервисы для путешествий, букмекерские конторы и много-много-много всего. И услуги SMM. Если вы разбираетесь, как привлекать трафик на аккаунт в Instagram, вы можете продавать рекламу предпринимателям и тем людям, которым это надо. То есть Instagram – это платформа, которая интересна всем. И каждый из нас мечтает о том, чтобы у него были миллионы подписчиков. И, ну, представьте себе, что будешь, если у вас там больше миллиона подписчиков, вы один рекламный пост на вашей странице больше, стоит больше тысячи долларов, как сейчас есть у различных блогеров. Вы видите, сейчас в Инстаграме есть куча вайнеров, которые снимают различные развлекательные ролики, блогеры, которые продают рекламу на своем аккаунте, зарабатывают на этом огромные деньги. И у каждого из нас возникает вопрос, как я могу использовать Инстаграм, чтобы сделать свой бизнес процветающим? Как я могу монетизировать свою аудиторию? Как я могу увеличить рейтинг своего аккаунта? Как получить 100, 200 тысяч, миллион живых подписчиков, которых может интересовать моя товар-услуга или лично я как личность, да? Как я могу развить свой личный бренд? Есть много людей, которые через Инстаграм обучают. Психологи делают свои посты, коучи, да, то есть, которые разбирают бизнес, которые дают какие-то советы и так далее. То есть человек, у которого есть какое-то хобби, какое-то занятие, он может этому обучать. И масса спортсменов, которые пишут посты, там, как накачать мышцы, как похудеть, ну и так далее. Да? То есть я думаю, что вы меня понимаете. И сервис Instime, платформа Instime, о которой мы сегодня будем говорить, это первая в мире платформа органического продвижения нашего аккаунта в Инстаграме. Данная платформа предоставляет услугу, которая повышает взаимодействие аудитории с вашим контентом в виде дополнительного трафика на ваш Инстаграм-аккаунт. Это просмотры, это лайки, это комментарии и общий рейтинг аккаунта.
И самое главное, что эта платформа дает возможность зарабатывать, рекомендуя эту платформу другим людям. То есть вы сразу здесь убиваете двух зайцев. Вы раскручиваете свой аккаунт, получаете от 50 тысяч просмотров, 30 тысяч лайков, 300 комментариев и 1000 сохранений в месяц. Почему это важно? Это важно для того, что если вы получаете на свой пост, то есть, допустим, вы фотограф, вам нужно продать свои фотосессии, да, то есть услуги свои. Вы делаете продающий пост, пишете хэштеги, допустим, целевые. У нас был пример, когда человек написал у себя в аккаунте пост, сделал хэштеги «фотограф Львов» из Львова, да, и сделал геолокацию «Львов». И заказал себе лайки, комментарии от сервиса InStyme. Здесь все сделано таким образом, что когда вы заходите на платформу и оплачиваете месячную подписку, вы выполняете каждый день задания, 30 заданий, пишете комментарии, ставите лайки другим пользователям, и точно так же другие пользователи ставят вам. Так вот, когда вы делаете большое количество лайков и комментариев живых на свой пост, он выбивается в топы по геолокациям, по хэштегам. Эти публикации начинают видеть люди, которым интересна данная тематика. И вот данный подфотограф продал две фотосессии буквально за один день через рекламу в Инстайме. То есть такая реклама сейчас самая эффективная. Масс-лайкинг и масс-фолловинг уже не работает. Никакие боты, накрутки не работают. И кроме всего прочего, если вы до сегодняшнего дня пользовались какими-то серыми методами продвижения и раскрутки Инстаграма, вы знаете, что ваши публикации уже не видят даже ваши подписчики. Потому что у Инстаграма такие алгоритмы, если вы пытаетесь использовать серые виды накрутки, вас добавляют в теневой бан, то есть вас не видят. А если вы прибегаете вот к такой услуге, как InStyme, живое продвижение, органическое продвижение от живых людей, то вас начинают снова видеть ваши же подписчики, ваш аккаунт оживает, и вы снова можете вовлекать аудиторию в свои услуги, привлекать внимание к своей личности, продавать свои товары. Вы можете заказывать продвижение любых публикаций в вашем профиле, добавляя просмотры, лайки, комментарии, сохранения. За все это вы платите всего лишь $58 в месяц, стоит подписка. По сравнению с конкурентами, конкурентов могу сказать, что у нас вообще нет, потому что то, что предоставляют сервисы сторонние, да, у них либо какая-то одна услуга, либо отдельно лайки, либо отдельно комментарии. Все это стоит очень много денег и очень много ботов, различных там индусов, иностранцев. У нас вся аудитория живая, да. Все действия выполняются живыми пользователями. Каждое действие приходит участнику сети как задание, которое он выполняет. И взамен он получает трафик от других пользователей платформы. Все подписчики, которых вы получаете, это люди, которые купили услугу. То есть это платежеспособная аудитория. Смотрите, как здесь все работает. Вы регистрируетесь на платформе InStyme по чьей-то рекомендации. То есть кто-то рекомендует вам зайти на этот сервис, дает свою реферальную ссылку. По-другому вы в сервис не попадете. Вы можете также зарегистрироваться по ссылочке под этим видео. Да? Когда вы регистрируетесь, вы привязываете свой аккаунт в Инстаграме. Вам система выдает 15 человек, на которых вы должны подписаться. И точно так же будут делать люди, которые заходят в сервис после вас. Да, то есть на вас также будут подписываться, то есть ваш аккаунт будет выдаваться системой как рекомендованный для того, чтобы на него подписались. И очень важно, что это живые люди, и от вас отписываться нельзя. То есть в сервисе есть правило, что нельзя отписываться от тех людей, которых дала вам система. И каждый день вы должны будете выполнять задание из 30 лайков или комментариев. На это вы будете тратить 15 минут времени. Но взамен вам будут приходить тысячи лайков и комментариев на ваш аккаунт. Точно такими же людьми, как и вы. То есть все эти действия для повышения вовлеченности делают пользователи внутри платформы и выводят ваш аккаунт в топы. Да? То есть механизм взаимодействия аудитории с контентом такой, что по алгоритмам работы Instagram при достижении большой активности публикации участников он попадает в топ. Высокие рейтинги активности, количество переходов на страницу и многое другое дают возможность привлекать дополнительных подписчиков из раздела «Рекомендованные». То есть ваши публикации будут рекомендоваться людям со схожими вам интересами. Соответственно, это будет привлекать новую аудиторию к вам,
и вы сможете продавать свои услуги, свой бизнес, если вы предприниматель, сетевик, блогер, кто угодно, да, кто монетизирует Инстаграм, это ваши деньги. Вы можете продавать рекламу. Мне в первый день, когда я начал пользоваться сервисом, написали, сколько стоит у вас реклама. Я никогда даже, ну, у меня не было мысли при таком количестве подписчиков, которые у меня есть сейчас, продавать рекламу. Но это уже, но на это уже есть спрос. Я представляю, что будет, когда у меня будет 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч подписчиков и так далее. А дальше у нас в сервисе это сделать реально, получить миллион подписчиков. Я покажу дальше, как это работает. При достижении определенной популярности, кроме заработка, в рамках проекта вы сможете дополнительно монетизировать свою аудиторию. Итак, что это значит для вас? С помощью сервиса InStime вы расширяете свою сеть подписчиков органически. Живые люди постоянно, каждый день в геометрической прогрессии с каждым днем становится все больше и больше приходить на ваш аккаунт. Вы можете быстро продвинуть свой личный бренд или бизнес. То есть с первого дня вы уже будете получать живой трафик, живых подписчиков, живых клиентов, партнеров в ваш бизнес. Монетизируете свою активность, повышаете рейтинг и выходите на космические чеки, становитесь звездой и занимаетесь любимым делом, транслируете это через Инстаграм. В нашей компании, в нашем, на нашей платформе есть партнерская программа. Это сделано специально для того, чтобы наш сервис вирусно распространялся по всему миру. У нас уже множество стран сюда зашло. Сервис сейчас работает на русском и английском языке. Будут дальше добавляться другие языки. И смысл в чем? Что вы приходите по чему-то приглашению, и человек, который вас пригласил, получит 15% от вашей оплаты ежемесячной. То есть вы $58 платите, 15% уходит вашему вышестоящему тому человеку, кто вас пригласил. Точно так же вы делаете рекомендации своим друзьям и знакомым, партнерам по бизнесу. Представьте, если вы сетевик, у вас есть команда, там 10 тысяч человек. Каждому из этих людей нужен сервис, который поможет ему искать партнера в свой бизнес. Вы предлагаете всей команде, вся команда заходит, вы зарабатываете дополнительно и даете пользу людям, потому что этот сервис реально полезный, и он влияет на бизнес каждого. То есть с каждого лично приглашенного вы получаете 15% каждый месяц. Обратите внимание, пригласили 10 человек, подписка стоит $58. $8.70 – это 15%. Со 100 человек каждый месяц $800 вы будете получать. Сейчас я вам расскажу, как вы будете получать каждый месяц еще больше. У нас реализована 15-уровневая партнерская программа, 15 уровней в глубину. И у нас тренарный маркетинг. То есть есть три ячейки. Я дальше покажу на слайдах, как это выглядит. То есть вы приглашаете троих, ваши приглашенные люди приглашают троих, те троих и так далее. По три вниз, до 15 уровней в глубину. И при таком маркетинге на 15 уровнях более 21 миллиона человек. А это все те люди, которые будут подписываться на вас. То есть 15 уровней в глубину каждому человеку будет выдаваться ваш аккаунт как рекомендация к подписке. То есть потенциал 21 миллион подписчиков. И плюс эти люди будут оплачивать сервис каждый месяц. Вы получаете с первых четырех линий 5% комиссию. Даже если в вашей структуре окажутся люди, которых вы не приглашали, так называемым переливом от спонсоров сверху упали, с этих людей вы тоже будете получать деньги. 4% со следующих четырех линий, 3% со следующих и по 1% с 13 по 15 линию. Какие деньги здесь заложены? Смотрите, сколько вы можете заработать, если вы создадите команду всего из трех человек в течение недели. То есть первую неделю вы приглашаете трех людей. Почему это важно? Потому что если вы сделаете это за первую неделю, второй месяц пользования платформы вы получаете бесплатно. И вы мотивируете делать точно так же каждого человека, которого вы пригласили. 3 по 3. Вы сделали в первую неделю 3 человека, ваши партнеры сделали по 3 человека, их партнеры по 3 и так далее до 15 уровней в глубину. Что получается? Получается, что в первый месяц у вас будет в команде 120 человек, которые на вас подпишутся, 120 подписчиков, и по маркетингу, по тому, который я рассказал, $370. Вы можете это сделать за один день, друзья. Вы можете за один день пригласить троих человек, они за этот же день пригласят своих троих, но пусть на это уйдет 2 или 3 дня. Вот этот чек можно заработать за 3 дня, $370. А дальше, поскольку у нас тренарный маркетинг, он выглядит вот таким образом. То есть вы стоите, ваша ячейка вверху, под вами 3 человека,
под ними по 3, и так все, пирамидка строится вниз до 15 уровня, да? И со всех этих людей, с каждой оплаты вверх вы получаете деньги. То есть с каждым следующим уровнем ваш доход растет в геометрической прогрессии. И уже на второй месяц, если ваши партнеры будут продолжать делать по 3 рекомендации, у вас уже будет 9840 подписчиков живых, целевых и платежеспособных, тех людей, которые способны заплатить $58 за сервис. Бесплатное участие, но я о нем немножко расскажу, оно в нашем сервисе возможно, но нежелательно, оно вам ничего, больших преимуществ не даст. Потому что этот сервис для предпринимателей, естественно, что за сервис надо платить, потому что он дает услугу. И за третий месяц, я даже не буду называть эту сумму, 797 тысяч подписчиков, это еще здесь не показаны 13, 14, 15 уровень, где еще больше людей. Это чистая математика, друзья, здесь нету ничего такого особенного. С $58 можно зарабатывать вот такие деньги. Раскрутить свой аккаунт в Инстаграме до космических небес и зарабатывать приличные деньги. Даже если среди вот этой всей структуры оплатит всего лишь 10% от всей аудитории, вы все равно заработаете очень много. Обратите внимание, что если мы возьмем все 15 уровней, то есть это 21 миллион человек в сумме, потенциальный доход 13 миллионов 414 тысяч долларов в месяц, друзья, потому что оплата каждый месяц идет. Сервис берет на маркетинг всего лишь 34%, все остальное отдает в сеть, 66%. То есть маркетинг прописан, компания здесь себя не ущемляет, она дает возможность зарабатывать вам, как активным пользователям системы, потому что вы продвигаете этот продукт на рынок. Партнерская программа – это абсолютно нормально. И вот посмотрите, на 15 уровне 8 миллионов 322 человека. Даже если 10%, 8 миллионов 322 доллара, даже если 10%, даже если 5% людей оплатят каждый месяц, получают, понимаете, какая это сумма, даже если это будет 1%. Поэтому ваша задача прямо сегодня, прямо сейчас брать ссылочку прямо под этим видео, регистрироваться, оплачивать сервис, раскручивать свой аккаунт в Инстаграме, проходить задания, заказывать себе лайки, подписки, комментарии на свой аккаунт, продвигать свои посты, получать живую аудиторию, рекомендовать данный сервис и зарабатывать приличные деньги. Вы должны понимать, что это полезно для всех, эта услуга полезна для сетевиков. Вы можете строить этот бизнес параллельно своему бизнесу. Никто не говорит вам уходить со своей компании, вы просто можете порекомендовать сервис своим партнерам. Вы можете быть просто пользователем, куча молодых людей сейчас, которые хотят стать звездами в Инстаграме, просто известными личностями. Для них этот сервис подойдет. Фотографы, продавцы каких-то товаров, косметики, обуви, одежды и так далее. Причем этот сервис, он интересен будет тем людям, у которых аккаунты еще не раскручены. Большим блогерам, может быть, и не будет интересно, хотя у нас уже есть куча амбассадоров, то есть наших партнеров, таких как Юрий Квашневский. Это один из очень крутых блогеров в Инстаграме в Украине, который организовывает конкурсы giveaways с топовыми личностями, с популярными звездами там, и так далее. Да? Это интересно блогерам. Вот. С чего начать? Я уже вам сказал, что вам нужно присоединиться по ссылочке, которую вам даст человек, который показал вам это видео, либо по ссылочке под этим видео проходите, регистрируйтесь, оплачиваете подписку, выполняете задание, делаете 3 рекомендации, и дальше каждый месяц вы уже сможете оплачивать услугу с заработанных средств. Да? То есть, почему выгодно еще рекомендовать данную услугу? Потому что вы оплачиваете себе сервис на следующий месяц. Вот. Выполняете задание, раскручиваете аккаунт, получаете партнера в свой бизнес, кайфуете, друзья. И о нашем сервисе уже говорят очень много людей. Нашими амбассадорами сейчас являются Сергей Пархоменко, Серега Черный Бумер. Он уже с нами. Сергей Бадюк, актер-спортсмен. В Украине это Леся Никитюк и еще куча селебрити, друзья. Мы находимся с вами на самом старте, сервис работает всего 7 дней. Он абсолютно свежий, молодой, и этой услугой пользуется большой популярностью. За 7 дней мы набрали 30 тысяч пользователей, и это разрастается просто лавинообразно, вирусно. И вы должны понимать, что те, кто заходят в такие компании, в такие проекты первыми, те зарабатывают огромные деньги. Поэтому именно сейчас время, да, по нашему тренарному маркетингу. Все лавры достаются первым. И через 90 дней у нас идет бета-тестирование с 21 марта по 21 июня.
Что значит бета-тестирование? Это означает, что сервис уже полностью работает, но в него будут внедряться еще масса новых функций. Это просмотр истории, это сегментирование по целевой аудитории, это большие мероприятия по всему миру для того, чтобы популяризировать данный сервис и рассказывать о нем. Я вас уверяю, конкурентов у нас нет. Вы не найдете ни одной компании, которая предлагала бы такую услугу за такие деньги и давала бы возможность еще на этом прилично зарабатывать. Я, давайте с вами договоримся, что я 100 гривен дам тому, кто найдет сервис лучше, чем Instime, друзья. Поэтому, друзья, регистрируйтесь в наш сервис, добавляйтесь в наш командный чат, ссылочку вы найдете под видео. Все вопросы, которые вас интересуют, задавайте по контактам, опять же, которые вы найдете у нас в видео, либо в нашем чате, либо мне в Telegram пишите, я вам на все вопросы отвечу. Регистрируйтесь, изучайте, выполняйте задания и двигайте свой Instagram просто до космических небес, друзья. Мы с вами станем очень популярными, очень богатыми. Всем до новых встреч, пока.